Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Глаукома – хвороба, на яку важливо звернути увагу якнайшвидше, аби не втратити можливості ефективного лікування. Про глаукому говоримо сьогодні з Світланою Устименко, генеральною директоркою комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня», заслуженою лікаркою України, лікаркою вищої категорії. Тож, пані Світлано, звичайно, раді вас бачити сьогодні і будемо говорити про таке важливе і серйозне захворювання, як глаукома. Наскільки можна вважати його складним на сьогоднішній день? Я з вашого дозволу буду розмовляти російською мовою. Дякую. Глаукома на сьогодні – это очень сложное заболевание и социально значимая болезнь. Еще в 2008 году глаукомная ассоциация врачей, занимающихся глаукомой, и пациентов, страдающих глаукомой, решили через Всемирную организацию охраны здоровья объявить такую неделю глаукомы, борьбы со слепотой по поводу глаукомы. Потому что с глаукомой дело обстоит так. Если глаукому выявить на поздних стадиях, это в течение 2-3 лет полная слепота, безвозвратная слепота. И если глаукому выявить на очень ранних стадиях, то есть возможность прожить свою жизнь зрячим человеком с определенными назначениями, с определенным, скажем, режимом дня, но зрячим. Поэтому в мире, вот только вдумайтесь, на сегодня 105 миллионов людей больны глаукомой. А від чого? До речі, от хотіла запитати вас, чому люди страждають на це захворювання? Від чого воно з'являється? Я от чуть-чуть скажу, що таке глаукома, от як вона виглядить з медичної точки зору, от як діагноз. От що таке, спрашують, що таке гіпертонія? Врач розповідає, так, що таке глаукома? Глаукома – это такой термин, который объединяет в себя, в свою группу, множество заболеваний, связанных с так званой глаукомной атрофией зрительного нерва. Почему человек слепнет? Атрофируется зрительный нерв. Появляются изменения в поле зрения, выпадение поля зрения, и постепенно развивается полная слепота. Поле зрения сужается, развивается слепота. Чаще всего маркером самой глаукомы по разным причинам это повышенное внутриглазное давление, которое повышается, внутриглазное давление, которое можно измерить еще когда человек не чувствует выпадение поля зрения. В чем причина, какие же причины глаукомы? Основная причина – это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, это стрессовые факторы. И сейчас, что мы наблюдаем на сегодня, в период эпидемии ковида, когда все слышат о том, что есть сосудистые осложнения у пациентов после ковида, будь то инфаркты, будь то какие-то тромбозы, точно так же повышается внутриглазное давление, потому что нарушается сосуды, нарушается питание глазного яблока и отток жидкости внутриглазной. И группа риска – это люди после 40 лет. Начинается как бы взросление, скажем, организма, и возникает вот такая ситуация. Это основные причины. И причин дальше много. Одна из причин – это определенная анатомия глазного яблока, с которой вы живете и не знаете, какая у вас анатомия. Поэтому мы говорим, что после 40 лет нужно каждому человеку померить внутриглазное давление. Выходит так, что, пані Світлано, якщо людина би раніше знала усі можливі, ймовірні вірогідності того, що вона може захворіти на глаукому, то, можливо, тоді вона би виправила раніше ситуацію. Чи можна якимось чином попередити захворювання? Тобто, якщо ви перші такі дзвоники у вас є, ви розумієте, що, наприклад, у вас щось не так з вами, так? На що треба звернути увагу в першу чергу? В першу чергу. На що потрібно звернути увагу будь-якому чоловіку? Я чуть-чуть повернусь. Зараз все в онлайн.
Сейчас все, ну, все работают с гаджетами в очень на близком расстоянии. Если мы раньше говорили, что глаукома – это возраст старше 40 лет, то сейчас в связи с таким напряжением зрения, скажем, застоем кровообращения в глазном яблоке, это может быть и 30 лет, и 25, и 35, что мы наблюдаем. Какие же первые симптомы? Они таковы. Затуманивание зрения. Иногда нет возможности, Юлечка, сфокусироваться. Человек это определяет как? Я посмотрел вдаль, мне что-то нужно посмотреть вблизи, и мне нужно какое-то время, чтобы сфокусировать зрение. Дивіться, от якщо, наприклад, багато зараз молодих людей, я, до речі, знаю багатьох, от скаржились діти у віці 16-18 років, що в них от таке, от, як ви зараз говорите, затуманення. Тобто вони вдаль бачать вже погано, тому що весь час з гаджетами сидять, вони починають фокусуватися ближче, і в них теж проблеми. Чи треба ось саме в такому віці вже звертати увагу? Звертати увагу потрібно, тому що це перші признаки нарушення зрення. Но у детей это 90%, о чем вы говорите, это так называемый спазм аккомодации, развитие близорукости школьной. А вот если это 30-35 лет, а если это 40 лет, а если еще вот это нарушение фокусировки сопровождается радужными кругами перед глазами, вот радужные круги, особенно на источник света, если сопровождается болью в височной области или за глазом, и вот когда это складывается, сниженная вот, невозможность затуманивания зрения, радужные круги, боли за глазом, это должно насторожить. Вот тяжесть в глазах, вот ничего, вот тяжесть настораживает. Это нужно идти измерять внутриглазное давление. А если ничего не болит, и 40 лет, и повышается артериальное давление, либо есть сахарный диабет, либо там другие группы, нужно еще тоже мерить глазное давление, потому что есть еще одна форма глаукомы. Мы уже говорим с вами, что глаукома – это не одна болезнь, это множество. И эта форма – это глаукома, и на фоне сахарного диабета глаукома, и врожденная глаукома. И есть так называемая первичная глаукома. Это занимает она где-то 80% от всех глауком, и она самая коварная. Тем, что пациенты обращаются уже тогда, когда замечают, что поле зрения сужено, что ночью я уже ничего не вижу, не могу вести машину. Кстати, один из симптомов, я в темноте вел, вот мне там 45 лет, я еще в 40 лет, у меня не было никаких нарушений, а в 45 я уже не могу вести машину в темноте. Это один из симптомов глаукома. Пані Світлана, виходить, що така серйозна, страшна проблема є у нас і потрібно з нею боротися. Чи у нашому місті і у нашій області є такі центри, куди можна звернутися і отримати кваліфіковану і, можливо, безкоштовну для деяких категорій допомогу? Смотрите, о чем глаукома вот действительно находится под патронатом, ну, скажем, государства, областного совета и вообще под пристальным вниманием врачей, даже первичного звена. Мы на это положили много усилий, не только, ну, я имею в виду, не мы, ну, лично я, а мы, как офтальмологи, как украинское общество офтальмологов, на таком государственном уровне давно-давно действуют программы. И эта программа связана с тем, что раньше были доврачебные кабинеты, где измеряли всем после 40 лет внутриглазное давление. Сейчас это функция семейных врачей. И когда вот вводился институт семейного врача, по всей Украине врачи-офтальмологи проводили курсы, школы семейного врача, как нужно измерять внутриглазное давление. И сейчас это такая система, она рабочая, она живая и рабочая. Тобто це тільки звернутися треба до вашого сімейного лікаря для того, щоб... Можна звернутися до сімейного лікаря, можна обратитися непосредственно к врачу-офтальмологу, тому що кожен кабінет офтальмологічний оснащен інструментами для измерення внутриглазного давлення. В нашій клініці, в Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні, у нас целая, мы больница высокоспециализированная, и у нас полная диагностическая линия глаукомы для исследования пациентов со всеми заболеваниями глаз, и в том числе с глаукомой. И есть возможность в течение там, полутора часов поставить диагноз.
Это и бесконтактное измерение внутриглазного давления, это и суточная тонометрия, вот по типу Холтера. Есть такой аппарат iCare, который в прошлом году нам приобрела областной совет. И мы пациенту отдаем на двое суток, и он мониторирует внутриглазное давление. У нас, скажем, в клинике создана школа профессора Сердюка Валерия Николаевича, которого докторская диссертация была посвящена нейропротекторной терапии при глаукоме. Что это такое? Я уже говорила, что при глаукоме развивается атрофия зрительного нерва и страдают волокна безвозвратно. Так вот, Валерий Николаевич первый на Украине, наша клиника, провел систематизацию препаратов для лечения глаукомы и выработал схему пациентов с тяжелой формой глаукомы, как сохранить зрение. И у нас это уже 15 лет есть наработки. И он был первый в Украине. И мы расписали эту схему. И у нас есть пациенты, которые под нашим наблюдением вот больше 10 лет пришли на одной из стадий развитой глаукомы, и зрение по 70% сохраняется по сегодняшний день. Просто ну, нужно... дуже великий успех. Так? Тобто можна сказати, що да. В світі це теж ви як... Одні із перших і започаткували в Україні да. Так? А в мірі а це в світі очень... да. Це вже користується. Да. Это вот именно, потому что важно снизить внутриглазное давление любым способом, каплями, операции, лазерной операции, но и важно поддержать те нервные волокна, которые еще не погибли, которые можно восстановить. И на это была направлена Валерий Николаевич работа. И я хочу сказать, что в нашей клинике есть все возможности хирургического лечения. И вот школы Валерия Николаевича и им лично, он является одним из таких проведных хирургов украинских. У нас ставятся специальные дренажные системы при тяжелых глаукомах. Ну, это вот, знаете, такая школа, большая школа. Есть диагностическая база нашей клиники и есть мощная хирургическая школа, которая создана Валерием Николаевичем. Если есть такие возможности, то будет очень прикро, если мешканці нашей области и нашего города не зможуть вчасно звернутись і отримати ту допомогу, яка насправді врятує їхній зір. А ось з вашого досвіду вже, чи можна сказати, що люди більше стали звертатися? От після того, як в Україні, і, ну от ви зробили стільки вже так, 15 років у вас є ця програма і люди постійно звертаються. Так. Це ж розвито во всій Україні. І що потрібно зробити пацієнту? Йому потрібно завжди подумати о собі. Вот мы сейчас говорим о том, что 40 лет, работа с гаджетами, какие симптомы. Пожалуйста, не поленитесь, подойдите к семейному врачу, обратитесь к врачу-офтальмологу, где можно померить внутриглазное давление, где можно высказать свои жалобы. Ведь все в руках самого пациента. Врач только проводник. На сегодня в области и в Украине в целом нет преград, чтобы поставить диагноз глаукома. Преграда одна. Это сама болезнь, которая очень подступная, пациент не занимается. И, наверное, такое к себе очень либеральное отношение, когда люди не любят себя. То есть обращаются к врачу тогда, когда уже довольно-таки поздно. Ви знаєте, пані Світлано, це стосується, мабуть, не лише офтальмологічних проблем. Це взагалі стосується здоров'я людини, бо чомусь наші люди не звикли ходити просто... Профілактика. Просто під наглядом лікарів. Так, для того, щоб пройти звичайну диспансеризацію, то для цього ж нічого не потрібно. Лише один, можливо, день. Час. Один день. Так? Да. Для того, щоб обійти усіх лікарів і вже бути впевненим, що з вами все добре, або діяти за необхідністю. Або потрібно, да, або потрібно розуміти, що рання діагностика от таких тяжелих заболівань, як глаукома, сахарний діабет, змінення на сітчатці у дітей, розвиваючися близорукість, дасть можливість приостановить болезнь, либо выявить на ранней стадии, назначить адекватную какую-то адекватную терапию, правильную, и человеку жить и радоваться жизни. Знаете, говорил великий офтальмолог Владимир Петрович Филатов. Это наша как бы звезда офтальмологии, украинский великий ученый, который говорил,
каждый человек должен видеть солнце. Ребенок, взрослый, он обязан видеть солнце. Ну, це золоті слова. Справді, звичайно, хочеться, щоб ми бачили, бачили усе і бачили чітко. Бо якщо ми не бачимо півсвіту, то це велика проблема вже для нас. Звісно. Пані Світлано, я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться завершити на позитиві, хочеться, щоб люди все ж зверталися і розуміли, що за їхнє, про їхнє здоров'я не подбає ніхто, окрім них самих. Це, мабуть, так. Спасибо, Юлечка, дякую. Дякуємо вам. Будемо чекати ще вас в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.